Уже в 15-й раз в Нижнем Тагиле прошел областной турнир по пауэрлифтингу памяти Александра Сергеевича Борченкова. Александр Сергеевич Борченков – это популярная личность, благодаря которому сегодня данный вид спорта культивируется в нашем городе, развивается. Он является его родоначальником. И вы знаете, у нас как-то раз в месяц проходят вот такие вот знаковые турниры, именно знаковые для тагильчан. Но, как вы видите, география участников – это практически все города Свердловской области. Сегодня он собрал более 150 участников из 20 городов Свердловской области. Сильнейших. Александр Сергеевич Борченков – мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, чемпион Европы по тяжелой атлетике среди ветеранов. Он работал тренером-преподавателем детско-юношеской спортивной школы «Юность» и за 17 лет работы подготовил одного мастера спорта международного класса, 7 мастеров спорта России по пауэрлифтингу и 23 кандидата в мастера спорта. Поэтому неудивительно, что на турнир его памяти съезжаются большое количество спортсменов. На соревнованиях они должны были преодолеть сопротивление максимально тяжелого для спортсмена веса. Девушки, кстати, тягают железо наравне с мужчинами. В общем, пауэрлифтинг, как бы ты открываешься полностью и чувствуешь прилив сил такой. Самый максимальный был вес 125. Турнир по пауэрлифтингу памяти Борченкова традиционно закрывает сезон и имеет классификацию с присвоением разряда «Кандидат в мастера спорта».